21 календарный день весны в Самарской области будет пасмурная погода. Местами пройдет небольшой снег. Днем 0-2 градуса, ночью 4-6 ниже 0. Ветер северный, северо-западный 3-5 метров в секунду. В Сызрани небо в тучах, осадки в виде снега. В дневное время нулевая температура, ночью минус 4. Ветер северный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, снег, днем минус 1, ночью 4 ниже 0. Северный ветер 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, утром возможен небольшой снег, днем минус 1 градус, ночью минус 5. Ветер северного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное, 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 74%, геомагнитное поле возмущенное, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.